Иван, нашел время спорить. Сейчас подойдем к дому, спросим дорогу и поедем дальше. Ваня, нашел время. Взрослый человек. Ты лучше молчи. С хозяином буду разговаривать я. Подождите! Тише! Ночь на дворе. Люди, может быть, спят. Кого я вижу, вот это висит. Все ждали только вас. Как мой знакомый говорит, пришел вам ваш звездный час. Я и без вас от счастья сиял, но с вашим приходом я ровно в два раза счастливее стал. Входите смелей, друзья. Здесь будут все, здесь будет все. Мы оливье смешаем с виски, встретим год свиньи по-свински. Дом не отпустит тебя все равно. Парень, ты круто влип. В сравнении с этим мою кину малобюджетный клип. Да, речь моя для вас сложна, возможно. О, это, как говорится, вариант еще не самый сложный. Все, больше я не проронил ни слова. Приветствуйте великого немого. Того, кто в нашем доме будет кислым, знаете, мы дружно посчитаем коммунистом. А тот, кто будет радостный и пьяный, к тому приедет в гости Челентано. Геннадзвали. Если что нужно, довольно хлопка. Перевернем все вверх дном. Впрочем, и так наверняка. О, боже, ну, я не знаю, это какой-то дурдом. И в эту ночь, одну лишь ночь, здесь будет главный дом России. Вы бы хоть меня спросили. Предупреждаем по-доброму вас в жизни вот так.